заправляем из Юпитер 2 бензином 80-м. Нарыли бензин 80-й. Сейчас он продается далеко не на всех заправках. А даже если заправка продает такой бензин, это, можно сказать, редкость. Большая удача купить его. Ну, в нашей местности, по крайней мере. Бензин размешали с двухтактным маслом Эни. Так она выглядит. Используя вот этот мерник, то есть на литр 2 по 20 наливали. Мерник фирменный. Можно также сюда залить это масло. Здесь залито масло чуть другое, для другого мотоцикла. Юпитер 2 у нас пользуется маслом Эни. У него есть такая привилегия из-за своего возраста. Ему 44 года. Поэтому канистра Кастрол. Тоже тут как бы метки все верные. Налили, намешали. Будем заливать. Дедушку поить браженькой. Сбултыхнем немножко. Это Honda 35 стоит. Ждет чего-то она тут стоит. Чего она ждет? Она сама не знает. До этого в Юпитере я лил 92-й бензин, простой, без присадок. Но решил, вот сейчас слил все до капельки бака, решил залить появившимся бензинчиком 80-м. Ну, вот. Дедушка заправлен. Вот его пробус с пропорциями. Хотя так я думаю, что масло Эни можно вообще бить 1,50, а не 1,25. Хуже подшипником от этого не будет. Но льем, как на заводе нам сказал дядя-конструктор. Вот такая история. Может, завтра мы на нем поедем.